Всем привет! В этом видео я покажу, как снять отражатель, вынуть отражатель из корпуса, ничего не поломав. Дело в том, что есть ряд фар, вот в частности это Nissan Juke, на Toyota RAV4 такая же вот конструкция, на многих европейских машинах тоже такие вот шаровые опоры применяются. Дело в том, что если вы ее будете просто тупо дергать, то вот эти усики, которые там держат этот шарик, они вывернутся наружу, выломаются, и все, и после этого будет у вас отражатель болтаться. Вынуть его отсюда, выпрессовать никак невозможно, то есть он там запрессован с такими хитрыми шайбами. Вот. И сейчас я вам покажу метод, как снять этот отражатель, ничего не сломав. Вот. Для этого мы берем на фаре, здесь место есть, куда, собственно, прикручивается эта стоечка там изнутри. В общем, в двух словах, как это делается. Нам нужно срезать эту пипочку пластиковую фрезой, вот такой тонкой фрезой, нарезать шлиц на ней. То есть, таким образом у нас эта стоечка получается, становится похожей на болт, и мы можем шлицевой отверткой просто эту штуку вывернуть вперед. А теперь можно его укрутить туда. И после этого у нас отражатель нормально вынимается. Вот наша стоечка, она у нас целая.